Ой, красота. Это у нас село Хмельницкое, бывшее отделение совхоза в 90-е годы. Так живет наш народ. Большие колхозники, совхозники. Пушка села Боровниче. Большой магазин. Люди живут. Вышло. Выезд. Боровничек. Что-то было. Побросали. Все заброшено. Сейчас сторож есть, наверное. Вот заросло все. Все уже заросло. Сколько тут человек стоит уже на технике. Когда Роснефть
Трубы ложили, тут что-то техника стояла. Сейчас все.